світа, як вітер штовх поле літа, гей, в Гамерицький край. Лем, жаль, Мітя, моя хижо, лем, жаль, Мітя, моя хижо, солом'яна жаль. Жаль, Мітя, моя хижо, солом'яна жаль. Ой, в нас превелика біда, не можна заробить хліба, гей, мушу їхать вдаль. Лем, жаль, мі вас, мої верхи, лем, жаль, милость мой верх, зелені жаль. В общем, если честно, как меня уже замучила эта машина, блин, с этими поломками, проблемами. В общем, начал выезжать, ну, как бы зажигание включил, включил машину. Смотрю, какой-то дымок идет с-под капота. В общем, начал проверять, а там, получается, бензин подтекает. Так, значит, в общем, у нас вот идет топливная рампа. Это форсунки вот идут. И здесь отсюда капал бензин. И так тщательно капал. Ну, много именно этих всех капель было. Поэтому, что я сделал? Взял, открутил это все. И что обнаружил? Обнаружил здесь вот такая вот идет трубка топливная. Вот она идет. К рампе подсоединяется. Открутил болты. И, в общем, вот здесь, я думаю, видно, наверное, прокладочка вот такая вот. Ну, и она немного повреждена. Вот. Даже видно прокладка, и она повреждена. У меня такой прокладки нет, поэтому сейчас попробуем сделать по-другому. Вот она. И отсюда во все протекало топливо. Вот с этого места. В общем, я взял сейчас, попробую. У меня такой прокладки нет. Сейчас попробовал взять герметик. Вот такой Феликс какой-то. Ну, попробую нанести на эту прокладку. И далее потом... Ну, пускай оно высохнет, поставить его. Пока хотя бы на время, потом уже куплю эту прокладку. Все, скажи, надоело, устала. Здесь все поело, блин. Эти следы даже остались. Ох и Катя, Катя. Катя, Катя, Катя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Но-но-но, Катя. Некрасиво. Булку мне не надо предлагать. Подлизывается. Ага, подлизывается. Привет, дорогие друзья. С вами канал Бродяга Режиссер. Вы видите, я уже тепло так сильно оделся. В общем, холодно. Мороз у нас. Минус 12, наверное. Я думал, как бы здесь, возможно, не будет замерзать вода. Но я как бы взял для проверки. Налил в баночку воды. Думаю, замерзнет или нет. В общем, замерзла вода. Я теперь переживал. Дело в том, что переживаю за что? Переживаю за то, что если я установлю трубы здесь, сантехнику, она померзнет. Потому что печка еще пока не готова. Ну, вот буржуйка, которая вот возле меня стоит, видно. Еще пока не готова. Нужно ее до конца сделать. А что нужно делать, я сейчас вам покажу. Доделать до конца мне нужно будет печь. А потом уже эту сантехнику устанавливать трубы. И, наверное, скорее всего, чтобы трубы не померзли, пока она временно, обмотаю либо минеральной ватой. Еще есть утеплитель, я вам сейчас покажу, какой я купил на трубы. Ну, это на основную трубу, на скважину. А потом далее на такие обычные трубы, металлопластиковые. То же самое утеплитель, обмотать чем-нибудь, чтобы она не замерзла. Ну, в общем, будем понемногу, сейчас сделаю печку, понемногу будем протапливать. Я думаю, как бы я потолок утеплил, утепленный потолок. Там снаружи утеплил пенопластом. Ну, в общем, будем проверять. Печь саму я, в общем, пробовал затапливать, буржуйку топил. В общем, оттуда снаружи летят искры. Как бы мне писали в комментариях, то, что это опасная печь, буржуйка. Ну, я как бы тоже смотрю это все, чтобы именно было по технике безопасности, по пожарной безопасности. В общем, я вот как бы до потолка эту всю трубу не выводил. Потому я думал, как бы в потолке, но на самом деле она нагревается, труба. Вот это вот. Я ее немного ниже опустил. Ниже потолка. Вот она идет. В общем, она уже замерзла. Я думаю, видно это все, как она замерзла, эта труба.
Саму буржуйку я, в общем, обложил кирпичом. Ну, держится, вроде как держится. С одной стороны, со второй стороны. Так вот. Потом, наверное, скорее всего, болгаркой отпиляю здесь края. Здесь то же самое позалаживаю. Таким кирпичом поставлю. Ну, а здесь, это, наверное, скорее всего, эта вся буржуйка топилась. Какая-то кастрюля была, ставилась кастрюля, нагревалась вода. В общем, вот так сейчас уберем это кольцо. На самом деле принцип буржуйки такой, что я как бы затопил это все. Сразу стало очень жарко. Вот здесь, в этом помещении, очень жарко стало. Буквально через минут 5, наверное. Как только буржуйка начинает перетупить, ну, то есть жара уже нет толком, начинается здесь уже немножко холодно. Поэтому я не знаю, что здесь придумать. В общем, у меня нет сварочного аппарата. Как вот это вот все заделать? Я подумал так. То есть у меня есть лист. В общем, болгаркой я его пиляю. Здесь его вставлю как-то. И кирпичом это все заложу. В общем, сейчас будем что-то химичить. Что-то думать с этой буржуйкой. Нужно буржуйку до конца доделать. Тут труба я вывел ее. Замазал уже здесь. А снаружи... Сейчас я вам покажу. Надо доделать до конца. Вон уже и дверь уже замерзла. В общем, морозы уже наступили. Оделись потеплее. Вот такая вот природа уже. Вот она идет, труба. Саму трубу вывел. Вон здесь уже и сосульки. Вот так вот. В общем, вот так вот. Надо здесь хомутом ее стянуть немного. У меня есть хомут, я покупал. И теперь дальше продолжим, еще одну трубу вставляем. Потому что когда я затопил буржуйку, искры прям летели с нее. Не дай бог, как бы это все, пожарная безопасность, это все. В общем, сейчас я буду поднимать еще такую трубу. Как бы для эксперимента набрал ведро воды. Это вчера, думаю, попробую, замерзнет вода сегодня или нет. В общем, минус 12 градусов мороза. Вода, вот корка, замерзла. Поэтому это просто здесь много, объем большой воды, поэтому она немножко коркой покрылась, да? А если будет труба металлопластика, я вам сейчас покажу трубы, которые я взял, фитинги, в общем, утеплители на трубы. Будет такая труба, она, естественно, замерзнет, то есть объем будет меньше, естественно, быстро это все замерзнет, вода. Поэтому, может, вы посоветуете, как утеплитель, еще дополнительно это помещение. Даже не как бы я понимаю, что в лучшем случае нужно ставить сюда печь, потому что печь как бы можно задвижку закрыть, и будет дополнительное отопление, будет как бы кирпич красный прогреваться. Но у меня пока нет такой возможности сделать печь, поэтому поставили пока на время, попробуем этой зимой буржуйка протопить, ну а там будет видно. Так, в общем, повесил я шкафчик на время, как бы так какие-то вот на ключи слаживать, ну это просто как бы меня заняло это все минуту времени. Поставил его, потому что его некуда девать, этот шкафчик. В общем, начались холода, и, соответственно, и мыши, в общем, бегут куда, где теплее. Поэтому взял я, будет охота на мышей. Вот такие вот, я первый раз, если честно, вижу вот такие вот именно пластиковые мышеловки. Вот смотрите, какой принцип. Мне посоветовали, что это хорошие мышеловки. Сюда вот ложится сырок, либо колбаска. Ну так положи. Собственно говоря, я уже скупился на сантехнику, на всю, на трубы, в общем, фитинги купил различные. Давайте посмотрим, сделаем такой обзор, что я купил для сантехники. Я думаю, в следующих видео я вам расскажу, как я соединяю эти все трубы, в общем, фитинги. Взял такой вариант, наверное, скорее всего, более дорогой вариант соединения труб. То есть, и есть как бы два варианта, я думаю. Пластиковые трубы, которые именно соединяются специальным таким вот, ну, аппаратом для сварки, получается, этих труб. И есть металлопластиковые трубы. Вот она, металлопластиковая труба. Взял я ее 11 метров. 1 метр такой трубы стоит, наверное, 2 рубля, я вот не помню, с копейками. Размер ее 20 на 2. Вот такой трубы. Так. Этот вариант, который я купил, металлопластиковой трубы, он более дорогой. Почему, объясню? Потому что как бы сама труба, да, она может, возможно, как бы не так сильно дорого стоит. А вот сами фитинги, то есть краны, тройнички разные, которые, ну, переходят именно под углом, именно это все, это очень дорого стоит. Один кран
наверное, на такую трубу стоит 10 рублей. Поэтому, когда я зашел в магазин и ну, начал как бы посоветуйте мне что-нибудь, он говорит, тебе будет проще купить аппарат, который для пластиковых труб, чтобы его сваривать и все трубы. Потому что сами краны вам обойдется очень много. В общем, скупил я кранов на 10 метров такой трубы, на, наверное, на 200 рублей. Это где-то $100 получается. В общем, это дорого. Давайте посмотрим, что я именно купил. Так, трубу немножко уберем, эту металлопластиковую. Так, что я купил? Вот такой вот утеплитель. 3,5, наверное, на трубу, которая идет на скважину. То есть на сам насос. Они, наверное, не сильно дорогие, но по рублю они вышли. Так, и теперь самое интересное. Вы сейчас не поверите, я не знаю. Вот это вот все фитинги. Фитинги, тройники, краны, чтобы перекрывать можно было. То есть я взял это, брал это все как бы, ну, то есть по уму, но это очень дорого, я не знаю, как бы. Ну, пускай оно будет. Ну, металлопластиковая труба, как бы я ее устанавливал, я ее знаю, как устанавливать. Вот такое закручивается, здесь труба вставляется и здесь перекрывается. 10 рублей сам стоит один кран, таких, наверное, 5 штук брал. Это уже посчитайте, это 50 рублей. И плюс еще такое соединение, наверное, рублей 8 или 5, я вот не помню. Вот эта труба, которая идет до скважины. Ну и выходит она на мини-станцию, то есть насос. Вот я собираюсь ее, наверное, скорее всего, утеплить. Обратно нужно этот весь кирпич разбирать, то есть по-новому разбирать. И так вот ее опущу, чтобы она не промерзла. А потом вот эти, которые трубы будут здесь проходить, я их утеплю минеральной ватой. Как бы так вот, на времянку. В общем, идет маленький снег. Вот немножко. Снег даже хрустит под ногами. Холодно очень, очень холодно. Мороз вообще. Я немного затянул с этой стройкой. Почему затянул? Как бы дал себе немножко отдыха. И морально, и физически. Потому что день рождения здесь были у Насти. День рождения. Потом у Кати день рождения, расслабился немного. Теперь нужно, ну я как бы восстановил эти все силы. Теперь нужно довести это все дело до конца. Доделать сантехнику наконец. Воду провести, подключить стиральную машинку. Ну подключить, в общем все подключить нужно будет. В общем я опять повторюсь, что мой канал не является как бы о стройке, о семье. Ну, в большей случае, да. Дело в том, что мой канал, он как бы многосторонний, можно так сказать. Поэтому на моем канале очень много различных видео на разные темы. Поэтому не судите строго. Ну, кому нравится, подписывайтесь, мои дорогие друзья. Кому не нравится, можете отписываться. В большем случае, как бы, ролики о жизни моей, о семье. Даже заметил такую, как бы, нюанс такой на канале. То есть, как только выходит мое видео какое-то, и под каждым моим видео один дизлайк. Поэтому привет тому человеку, который ставит мне один дизлайк от бродяги. На вкус и цвет товарища нет. Как бы, я не стремлюсь набрать много подписчиков, то есть подписчики, ну конечно было хорошо, очень приятно, когда побольше подписчиков будет, будет побольше зрителей, будет побольше, наверное, комментариев, скорее всего. Ну, я так скажу, 190 подписчиков пока у меня, ну я думаю, это тоже как бы достаточно для меня. Для меня не важно тот факт, что чем больше, тем лучше, наоборот, как бы чем меньше даже подписчиков, тем даже может и хорошо. Собственно говоря, не получилось мне эту трубу смонтировать, потому что она по диаметру слишком большая вот здесь, не подходит для вот этой вот трубы. Решил я вот с кусочков собрать вот именно вот так вот. Сейчас вот здесь вот присверлю шурупом по металлу. И все. И этот кусочек поставлю наверх. Ну вот, как-то так будет уже выглядеть это все.
Это когда будет, ну, факел, искры какие-то летит, чтобы отбивало, чтобы не давало дальше разлетаться. Вот так вот это все. Потом хомутами там скреплю, он в том месте. Ну и все, я думаю, все здесь трубой. А здесь, которое место, наверное, пенопластом не будем облаживать, потому что, не дай бог, что-то ничего. Просто оставим это все. Немножко можно даже будет подрезать. Так, немножко потрудился. А теперь можно борщ поесть. Вот такой борщик. С фасолькой. Класс. Колбаска, яичко. Сейчас добавим сметанки. Вот так вот. На улице холодно, а мы тут борщ едим. Да, Маринка? Да. А это у тебя что? Это, мне... это паприка, да. Та, что тебе Влад привозил с Индии. Все, бон аппетит, приятного аппетита. Будем кушать. Катюшка, как у тебя дела, зайка? Скажи, я не причесан. Ручки моешь, да? Ой, ты ручки моешь. А кушать когда будешь? А? Когда будешь кушать? Когда? Она же покушала, и вот ручки моет. Ну... Ох и рада, а? Ну что нужно еще для радости? Воды немножко и все, и будет как купаться. Купится. Ну да, по сравнению с верандой. Там мороз на улице, холодно, а здесь так тепло уже, хорошо. Домашняя... Дома очень хорошо. Да, дома очень хорошо, домашняя обстановка. Правда, полы как бы немножко холодные, да? Ну да. Угу. Катя, пить нельзя в эту воду. Не, ну это же здесь, где нет ковра, там. Ну да, где ковры ничего. Есть, да. Ну, писечка уже затопилась у нас. Тепленько. Даже жарковато. Жарковато, да, надо уже, наверное, перестать топить. Да, на вечер еще. Да, да, да. Скажи, скажи привет всем. Привет, скажи. Привет. Не хочешь говорить? Скажи, ку-ку. Ку-ку. Как ты говоришь, ку-ку? Ка-ка, ка-ка. Катя, ну скажи, ладушки, ладки, где были у бабки, что ели кашку? Ну, как там, если весело, как-то... Если весело живется, сделай так. Если... Ой! Катя, разлила уже все. Стучи, Настя. Настя со школы идет. Настя! Привет! Стучи, Настя. Катя, стучи. Где Настя? Сейчас Настя придет, твоя сестра придет сейчас. Собаки бегали. Большие собаки? Она занимается фаберликом. Mm-hmm. Это она мне не подарила, это она дала, чтобы я что-то заказала у нее. Нет, это я просто попросила, там молоко-то уже было. Я как испугалась, я аж дрожу. Так там две собаки было, да? Так огромные, такие как на дворе было. Две собаки овчарки, да. Что ли? Да. Мама, там нужно... Как там? А где твой рюкзак? Вот же. А, так у тебя же розовый был. Ну, она сегодня с таким. Сиротам купить вещи. Школьные. Сиротам купить нужно вещи. Да. Школьные? Да. А где мы их возьмем? А как это купить? А что, у нас есть сироты в школе? Наверное, приют. Нет. Или куда-то. Приют? Приют. Может, купить. Тебе в дневнике написали то, да. Что нужно, да? Я сейчас да. Хочу. Только не надо никуда заезжать и отдавать. Там тетя одна. Принести канцелярские товары для детей-сирот. Вот как. Канцелярские товары. Не одежда, а не одежда, канцелярские товары для сирот. Все ясно. Ну, шури. И с вами был канал Бродяга Режиссер. Если захотите, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, это палец вверх. Ставьте дизлайки, палец вниз, кому не понравилось. Поэтому пишите в комментариях, что вас интересует, на какие темы снимать ролики мне. Ну, мне и без этого хватает много тем снимать ролики. Поэтому, кому интересно, все, оставляйте комментарии. Я вас очень крепко обнимаю, мои дорогие друзья. Назвать подписчиками, я думаю, это как-то вот именно, знаете, подписчик. Подписываться можно на газету, на что-то еще. Вы для меня все друзья.